Из Одессы в Кишинев снова можно будет добраться на поезде. Первый рейс по новому расписанию отправится 28 августа. Теперь сообщение станет ежедневным. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36 и прибывать в столицу Молдовы в 22:33. Назад к Черному морю рейс будет осуществляться с 7:09, а на одесские рельсы возвращаться в 10:55. Маршрут проходит по территории непризнанного Приднестровья. Отмечу, что поезд Кишинев-Одесса был отменен в марте 2020 года из-за карантина в двух странах. Позже его так и не восстановили. Причиной этому стали как пандемия, так и сложная экономическая ситуация на молдавской железной дороге.